Доброго вечора, Володя. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися з вами. І скажу нашим глядачам те, що залишилося за кадром. Ви привітали мене з тим, що 5 років тому ми з вами писали інтерв'ю. Це було перше ваше інтерв'ю. Да. Це ще раз підтверджує ту тезу, яку я зараз хочу озвучити, з якої я хотіла починати програму. Ви демонструєте постійність і незворотність тієї справи, якою ви займаєтесь. Власне, тому сьогодні ви і є в нашій студії. Тому що я знаю багатьох волонтерів, ну, окей, не багатьох, але волонтерів або добровольців, які займалися благодійністю, меценатів, а потім на якомусь етапі вичерпався їх ресурс, я маю на увазі не тільки фінансовий, а й ну, як внутрішній, для того, аби продовжувати робити цю справу, вона, як на мене, нелегка. Отже, спасибо. Скільки, для тих, хто дивиться нас вперше, хто не бачив нас 5 років тому разом, скільки років вам і скільки з них ви займаєтеся допомогою людям, які опинилися в складних обставинах і потребують підтримки? Мені 25, но начал я, наверное, заниматься это в 15, или, ну, вообще в малом возрасте. То есть, ну, все начиналось с банального помочь в соседке, вот, что-то повесить или там снять, ну, то есть, а потом начала развиваться. То есть я вырос в верующей семье, то есть мы ходили в церковь, и там нас учили помогать ближним. Вот, и так как я как был на всех, ну, есть воскресная школа у нас там была, и то есть мы читали Библию, и там было написано: протяни руку помощи тому человеку, несмотря бездомный он, несмотря враг он твой, и все равно ты должен к нему быть очень лояльный и действительно просто помочь, и самое главное, без выгоды, то есть чтобы он тебе потом не был должен. Вот. И вот так вот мы начал я заниматься, и потом уже как бы в планах, ну, то, что сейчас на самом деле, вот 5 лет, вот, более такой деятельности, как говорится, то я, бывает, даже не верю этому, правда. Потому что все начиналось с такой маленькой идеи, а вот по сей день развивается, и как бы идем только вперед. Володя, є такий американський письменник О'Генрі, в нього він новеліст, це невеличкий такий роз... Можливо, ви читали, але в одній з новел він описує долю людини, яка опинилася на вулиці, там в силу певних обставин, йому надають допомогу, але людина сприймає її скептично, з підозрою, от, що вам від мене натомість потрібно. І говорить про те, що зазвичай допомогу надають, навіть якщо не хочуть якихось матеріальних речей, хочуть почути, наприклад, там, сумну історію, там, або ну, якусь все-таки типу, отримати сатисфакцію. Тому ваше зауваження стосовно робити справу, не чекаючи нічого у відповідь, навіть у таких речей, ну, скажімо, як ну, не знаю, там, вдячність, да, чи там, це класна штука. Люди, яким ви допомагаєте, чи вони потім, коли встають на ноги, бо я знаю багато історій, коли ви допомагали людині соціально реанімуватися, коли людина торкнулася вже дна, а потім ви допомагали людині повертатися. Вона стає з вами поруч в допомозі тим, хто так само зараз її потребує? В першу чергу я стараюся, щоб чоловік, наоборот, забував це, поняли? Тобто, щоб ми допомогли йому, і все, він пішов далі. И к этому больше не возвращался. Потому что если он будет вариться в этом, поняли, мы его будем там, он будет как частью команды стараться, ну, то есть оно будет постоянно, многие вот выезжают от нас, и наоборот, даже бывает, при встрече может даже не поздороваться, я не обижаюсь, а потому что понимаю, что лучше такое, то, что она прожила или он, лучше забыть и сделать вид, что действительно мы не знакомы, и часто там просят, там, можете там, нас не снимать, или там, если даже мы сняли, сначала она дала добро, например, а когда встала на ноги, говорит, можете удалить, потому что мне там стыдно или это, то я как бы наоборот только за. Но есть и хорошая практика, да, действительно, что вот у нас сейчас парень ушел из дома, он прожил у нас полгода, он сейчас работает, снимает квартиру и является частью команды, да.
Ви сказали, що ви з родини, яка віруюча, і це певну роль відіграло в вашому світобаченні, відтак ви займаєтесь, чим займаєтесь. Чи обов'язкова є умова для людей, які приходять до вас за допомогою, щоб вони теж були віруючі? Тому що є благодійні організації, які мають ну, таку серйозну релігійну заточеність, і там, ну, умовно кажучи, якщо ти не встаєш вранці молитву, то ти не отримаєш сніданку. Ну, смотрите, є реабілітаційні центри, це ви про реабілітацію говорите. А мы обычный бесплатный хостел. Наша задача – человек оказался на улице и дать ему переночевать. Если человек говорит, я хочу там у вас остаться надольше, потому что мне надо насобирать на жилье, там, на дорогу, то есть вот так. Он, будучи там, никогда его как бы не дадут Библию в руки и не скажут вот… давай молись. То есть никто никого не заставляет, потому что человек может быть мусульманин, то есть у него может свой взгляд, буддист, ну, то есть может атеист вообще быть. И то есть мы не имеем права вообще как бы навязывать свое. Но каждое воскресенье у нас есть служба в церкви, и те, кто у нас живет, мы им предлагаем, ну, что вот у нас в час дня закрывается дом, чтобы он немного отдохнул, потому что когда 25 человек находится каждый день в доме, то есть это как бы... И дом, ну, все изнашивается, будем так говорить. И мы так придумали, что в час дня все уходят до 3 часов, чтобы хотя бы все, ну, как бы дом отдохнул, говорится. И вот предлагаем, вы можете пойти с нами на службу. И если человек душевно ранен или как бы морально истощен, то есть мы говорим, что выход не в алкоголе, не в наркотиках, а вот ты можешь, мы межконфессионное служение, ну, как бы до милосердия межконфессионное, то есть у нас и католики, и баптисты, и православные, то есть ты можешь пойти в любую церковь и, то есть, там, ну, просто поговорить там с Богом, как бы говорится, просто, ну, скажи, Боже, ну, блин, если ты есть, вот часто и в фильмах, и вообще часто люди используют, Боже, если ты есть, то помоги мне, или дай знать, что, как мне лучше быть. И, то есть, мы как сказать, чуть-чуть просто направляем в этом. Ну, ни в коем случае не говорим, что ты типа должен или там, я же еще раз говорю, что человек должен переночевать у нас. И часто предлагали деньги, и, там, давайте я вам буду там крупы принесу, продукты. Я говорю, нет, чувак, все, типа, ты, наша задача сделана, все, ты лучше там кому-нибудь помоги. Ну, кто такой же в беде окажется. Вот моя фраза всегда такая. То есть, если вы увидите человека, который в такой же самой ситуации оказался, то ты ему лучше помоги. А мы как бы сами разберемся. Володя, вот. В вашей команде есть психолог? Ну, я вот как раз... как... Крім вас. Да, крім нас. На самом деле, лучше одного иметь психолога. Я всегда людей принимаю, общаюсь с ними. Ну, у меня нет образования, но на самом деле... за вот этот период уже начал распознавать людей, чувствовать, что надо, как лучше сказать и все остальное. Но все равно, как бы, когда вот после домашнего насилия женщины, то мы стараемся, у нас есть наши подруги, члены команды, как бы, и мы им как бы звоним, если я вот вижу, что я тут как бы это. Потому что я больше с мужиками могу общаться, а с женщинами лучше, потому что все равно как бы парень лезет, когда он лезет в какие-то такие личные, интимные как бы моменты, то оно как бы немного странно. Потому мы вызываем ну, как бы наших друзей, и они уже общаются. Ну, они прям квалифицированные психологи. Ваша команда – це сталий механізм? Тобто, скажімо, там 5 чоловік, які з вами постійно, чи залежно від ситуації ви когось залучаєте? Ой, ну, карантин как бы наделал делов, на самом деле. А многие повыезжали, многие как бы... Ну, вообще, вот эта война и все остальное. Ну, есть 5 человек, которые вот уже сколько лет с нами. Вот. Недавно вот Марина выехала, она у нас была с самого начала, то есть с рождения. Вот. И она уехала из-за того, что там тут безработица и все остальное. А понятно, есть люди, которые помимо этого, то есть которым я могу набрать в любой момент и сказать, слушай, мне там надо перевести или же там можешь выручить там, ну, как бы по разным моментам, да. То есть, а так постоянных, потому что хостел работает круглосуточно, постоянно есть 3 человека, которые дежурят там. Вот. И уже когда более глобально, там кормление и все остальное, то, конечно, задействуется много людей.
Про сам хостел. Ви сказали 25 людей в будинку. Це постійно так? Він постійно максимально заповнений? Він по-разному. Тобто не буду говорити, що він прям заповнений. Ну от зима, то есть я найбільше боюсь зими. Тому що це коли тебе вже дзвонять, і коли ти знаєш, що вже міст нет, ну ти говориш, ну ладно. Ну тому що ти розумієш, що ти у себе вдома в теплій постелі говориш, та нет, у нас нет міста. І тобто ти дзвониш і говориш, що ті люди там... Это наша как старшая там. Она тоже пришла когда-то просто за помощью, и уже у нас полтора года там живет. Это. И, ну, она уже осталась как помощница. И говоришь, ну, может, как-то там придумать это. И вот, да. А так, да, постоянно хостел загруженный. И мы, когда открыли горячую линию, когда вот это по радио звучит, особенно во время карантина, что ты, многие же остались без работы, без средств существования, будем так говорить, особенно молодые. И круто, что осознавая, что мы помогли там девушке или парню не упасть духом, то есть мы говорим, да ничего страшного, то есть давай вставай, там как бы, вот сразу какая, ну как, каким, какая реакция? Ой, блин, пиво, компания, и мы часто пишем посты, что если вам друг говорит, что давай со мной выпей там или подруга, то это не друг. То есть друг это тот, который скажет, ты что, давай вставай и поможет, и все остальное. Ну, зачастую, да. То есть моя хата с краю, извини, там, ну, может, на 2-3 дня примет, и все, типа. У вас в хостелі є якийсь граничний термін перебування? Ви сказали, у нас є тетя Люда, которая там півтора року вже з вами. Да. Скільки може людина бути у вас? Тут я не могу сказать. То есть он может и день, и неделю быть, и год, и полгода. То есть все в зависимости... Вот парень недавно был полгода. То есть, потому что это тоже работа, у кого особенно какие-то психологические травмы. То есть это за неделю, за месяц оно как бы, как это сказать, не восстановишь. Вот, то стараешься, ну... И тем более, если я вижу, что человек реально старается там... Тоже сейчас попробую снять квартиру. То есть сейчас 3000-4 это минималка. Вот. А если особенно социальным таким людям, понял, который только освободился, ему, чтобы так работать, чтобы оплачивать, это как бы очень, ну, тяжело. И ты стараешься, окей, давай тогда еще, может, там 3 месяца, 2 месяца. Мы там поддержим, понятно тоже. Это не то, что выпустился. И если я вижу, что он как бы чуть не справляется, то я, конечно, помогу, если он позвонит. Вот, то есть про ще трошки про вашу організацію, про як вона юридично влаштована. Чи маєте ви якийсь статус, і чи взагалі потрібно мати статус для такого закладу? Да, звісно, ми маємо статус будинок допомоги милосердя, тобто благодійна організація. І нужно, тому що ми столкнулись із пожарною, із налоговою, і, ну, короче, как бы со всех сторон как бы стараются нам помочь. Кавычках, вот, то как бы понятно, мы все документы нам пришло. Ну, это, в принципе, я не против этого. То есть, наоборот, я за то, чтобы ты спал спокойно. То есть, мы установили все недавно пожарку, когда нас, как говорится, припугнули. Вот, ну так что, да. Потом благодійний фонд уже зареєстрировано. Еще, наверное, на второй год, как мы все это. Потом, ну, і то есть стараємося все делать, як оно, як нужно. То есть, ви трошки почали вже відповідати на моє питання про державні установи і про владу. Хто вона вам? Ну, вже стало плюс-мінус зрозуміло, але тим більше, розкажіть більше. Чи є, скажімо так, партнерство? Чи тільки лякати вас ходять, що якщо ви там вогнегасник не повісили в потрібному місці, будуть проблеми? Ну, на самом деле, тут, якщо це... Ну, по-разному. То есть, вы знаете, город маленький, то есть они могут тут рассказывать как бы какие-то вещи. Ну, мы стараемся как быть нейтральны. То есть вы нас не трогаете, и мы вас не трогаем. Вы типа параллельно иснуете. Да, да, типа того. То есть вот это когда пожарка, то мы, понятно, как бы... Слава Богу, что есть такие люди, которые нас поддерживают, которые как бы чуть-чуть влиятельные. Вот, и мы можем к ним обратиться, вдруг какие-то вопросы возникают. Потому что я, например, некомпетентен, не юридически, то есть я стараюсь как бы позвонить и уточнить, правильно ли действие и все остальное. Было, вот в этом году было неправильно, потому что нас не предупредили, пришли с проверкой, и как бы и было тяжело осознавать, что тут больше тебе не помогают, а стараются как бы найти какой-то
изъян. А хотя они видят, что все идеально, то есть все вымыто, то есть пожарная сигнализация, вот вам пожарная сигнализация, есть камеры, то есть это не придумают, что там чем-то занимается глупостями или еще что-то, или, ну, как бы держат насильно и все остальное. То есть с полицией мы, ну, сотрудничаем, потому что у них вопрос всегда, куда людей деть, когда им, ну, когда ночью и все остальное, особенно домашнее насилие и все остальное, да. То есть стараемся нейтрально. Вот, допустим, в плане моей работы, то, слава богу, тут идут навстречу, помогают, то есть как-то помогают в реализации, будем так говорить. То есть дают возможность заработать, одним словом. То есть на ярмарках и все остальное. То есть знают, чем я занимаюсь, и идут нам навстречу. Вы вытрачаете гроши зі свого бізнесу на благодійність? А по-другому тут никак. То есть если ты будешь думают, что тебе кто-то что-то поможет, а и будешь ждать. То есть ты всегда, даже когда мы какие-то сборы делаем, ты говоришь, вот у нас есть, то есть даже на ту же операцию, поняли, то есть зрение вернуть. Ты говоришь, вот у нас есть такая-то сумма, вот нам не хватает столько-то. Вот. И эту сумму, ну, понятно, кто дал. Вот. Не то, что она. А так и люди видят, что, ну, что это не, как это сказать, что я не сижу в офисе и как бы не считаю или там. Ну, короче, то есть все открыто. І... Про людей, які приходять до вас. Чи ви коли-небудь рахували, скільки людей пройшло через будинок Милосердя? Та проходять їх дуже багато, навіть просто можуть прийти попити чай і все остальне. То есть, или же... Якщо говорити про тих, хто вас пожив. Да. Ну, ні, чесно, не ведемо. То есть, ми можемо там записувати для того, щоб узнати, дійсно ли він говорить правду. То есть, якщо я вижу, що чоловік підозрілий, я стараюсь це там... У нас є соцсети, і виложити, і узнати. Город маленький, ну, і особливо ті, хто приїжджає, думають, що тут как бы, большой город, і все можна, как бы, а ти то вилажуєш в інтернет і говориш, о, так це ж этот Вася, или ще это. То подсчет так не ведемо. І, ну, проходит, правда, дуже багато, тому що буває, коли... Они ж не только городские, поняли? В основном приезжих много, которые гастролеры, мы их называем, то есть, которые там ездят в города, попрошайничают, то есть, есть те, которые там действительно по психическим каким-то розладам, на которых ищут, бывает даже, просто привозят, а оказывается, эту женщину ищут уже 15 лет, понял? То есть разное, и подсчет тут не можно вести. Тем более, очень тяжело совмещать и работу, и дом милосердия, это правда. Потому что и тяжело даже находить человека, который это будет вести. Потому что мы стараемся, вот на доме милосердия могу быть только после работы. В субботу-воскресенье вот у нас более такие рабочие дни, когда вот собирается команда, и мы как бы что-то можем решать. Как бы вот так. У вас немає спрямованості в допомозі конкретно якійсь категорії людей, я правильно знаю? Ну так вийшло, да. Просто спочатку була категорія бездомні, а потім оказалось, що... Ну це все почалось, коли ось ця війна, оказалось, що звичайний чоловік може просто оказати кризис, знаєте, і... Когда мы, я никогда не мог подумать, когда я буду делать приют для бездомных, уже слова такого «приют» у нас не существует. Ну, по крайней мере, у нас на доме милосердия. То есть часто просто обычный человек может позвонить и сказать, слушай, остался на улице, ну, как бы я не бомж там и все остальное. Можно у вас переночевать? Ну, ты говоришь, конечно, да. И вот оказалось, что на таких людей больше мы и сейчас как бы сосредоточены. Потому что бездомные за 5 лет уже многие, кто ушли, вот. И мы стараемся, на самом деле, вот в чем плюс, что за эти 5 лет работы многие, ну, как это сказать, мы как фильтруем вообще всех людей, которые приезжают в городе. Потому что если даже полиция говорит, что раньше столько было бездомных, на самом деле, а сейчас, на самом деле, мы их как-то того отправили домой, того там помогли, тот встал на ноги. То есть и так и намного стало меньше бездомных именно благодаря нашей работе совместно. То есть это не то, что я на себя медали вешаю. То есть у нас есть приют также государственный, также есть многие церкви помогают тоже. И вот так мы как одна команда как бы делаем как бы работу эту. Ви сказали, що карантин вплинув, війна вплинула на те, що людей побільшало, поменшало, на їх вік, на їх там соціальний статус. Що ви спостерігаєте за час своєї роботи? Що багато молодих залишилося без роботи, багато молодих спивається, наркотики,
То есть это игровые автоматы. Очень часто звонки — это вот это игровые автоматы. Вот у меня сын и все остальное. То есть и вот это ужасно наблюдать. Потому что когда, допустим, тебе привозят парня, он еще нормальный, а потом, когда он сам приходит как бездомный уже, то это вот... Ну, как бы я не сторонник того, что, типа, страна в кризисе, да, и открываются игровые автоматы, есть онлайн вот эти, ну, как бы, казино и все остальное. И вот они проигрывают последнее, понимаете? И там такие суммы просто, которые, ну, в голове не укладываются, знаете? Тут думаешь, там, да если, ну... И он сам говорит, да, вот я сам, говорит, не, ну... Я, говорит, только вижу вот эту рекламу в интернете, все, мне как накрывает. Все залежность. Да, и у нас очень мало, то есть очень мало реабилитационных центров такого плана, а если даже они есть, то стараются их закрыть, потому что они там на уклон религии и все остальное. И вот потом мама приходит, говорит, последний утюг вынес. Или же я уже съехала к подруге, потому что уже дом не мой там, или квартира, да. І це ужасно наблюдати. Кілька раз бачила у вас в стрічці новин на Фейсбуці, яку ви, до речі, самі ведете? Ну, ні, це в нас є теж помочник. Спеціальна людина. Да. Тому що бувають там пости, а, ну, більш такі жінські. Я буваю навіть ругаюсь, тому що виставляється з моєї страниці, і я говорю, ну, блін, є питання. Не адаптовані під вас. Ну, так, так, так. Ну, тобто я більш такий, може, ну, мужик. А там були такі женські і все остальне. Да. Ну, вона ефективна в якому сенсі? Угу. Про вашу діяльність там багато, так. Зрозуміло. Угу. І якби про людей, які потрапляють до вас, угу. теж там є інформація. Це ж дає можливість підключитися в допомозі їм. Ну, там, я не знаю, я читала про матерів, які лишилися на вулиці з дітками, а вони угу. не мають навіть одягу, іграшок там і так далі. Мабуть, це привертає увагу, тому якби це ми важливо. Ми більше робимо от ці пости, і я стараюсь. То есть не более, чтобы там что-то попросить или там как-то боль, ну как-то акцент. Наоборот, давать понять, что вот если опускаешь руки, оно все доходит до такого. И часто там берегите семью, там, то есть мотиватор. Какие-то, да, семейные ценности, потому что это очень важно. Потому что, ну вот сейчас у нас слепая женщина, 72 года, у нее четверо детей. Я думаю, ну и то есть без осуждения, то есть думаешь, ну как четверо детей могут отказаться от такой, ну от мамы, то есть явно что-то вот не так со стороны и мамы, и детей, то есть мы стараемся не хаять одну сторону какую-то, то есть проблема двух сторон, и стараемся как бы находить выход и все остальное. Вот сейчас мы планируем ей вернуть зрение, вот, и вот когда ты пишешь об этом, говоришь, берегите там своих близких и все остальное, вам людей, потому что чтобы не было, прошли годы, а ребенок тебе как чужой. Вот. И когда ты звонишь очень часто, там, о, мы нашли вашего там отца или это, а он мне надо, там, говорит, ну, типа, он там всю жизнь его не было, а тут он появился. И то есть ты где-то можешь понять, ну, что действительно это так. Вот. Только просто вопрос, что у нас нет возможности, ну, как дальше с ним работать. То есть всю жизнь он не может у нас находиться, и она... И вот потом уже стараешься задействовать вот органы власти, как-то как бы определить этого человека. Потому посты все сосредоточены на мотивацию и как плохой пример, будем так говорить, что вот человек опустил руки, и вот дошло вот до такой крайней... И часто ты слышишь, говорит, а я не мог никогда подумать, что я буду сидеть с бездомными, есть с одной мусорки. То есть и ты его понимаешь, да, ну как бы он там, его многие там знают, ну, ты вылажишь в интернет, допустим, и он говорит, так это же это мой друг, там мой одноклассник и все остальное. И говорит, никогда не могли подумать, что до такого дойдет. Часто бачу, внаслідок шахрайства люди залишаються на вулиці. Ну, да, это шах... ну, от то же самое. Шахрайство в основном со стороны своих близких. Своей же родины. Да, да. То есть, потому я и часто вот наши посты говорят о том, ну, часто люди пишут, благодаря вашему посту, действительно, я как-то не опускаю руки. Я понимаю, что у меня не так все плохо, вот, что есть хуже. Вот. Или там вот когда за суицид тоже звонят люди. И часто ты говоришь с ними, то есть, слава богу, ты как бы чувствуешь, что уже все как бы успокоилось. И ты вылаживаешь, и люди говорят, ну там, вылаживаешь, что вот не сдавайтесь и все остальное. И поверьте, многие, ну как бы...
сидят, и они, ну, как бы отвечают, говорят. После того, допустим, недавно это была женщина, которая позвонила, мы написали пост, что, типа, не сдавайтесь, всегда есть выход. Просто как можно вообще в голову впустить такое? И позвонил мужчина как раз тоже по этой же теме, говорит, честно, вы как... Ну, вас сам как Бог послал, будем так говорить. Своечасно сказанное слово мая. Да, ну вы поняли. То есть, или же вот она хотела уже опускать руки там, знаете, и тут появляется пост там про ту же женщину-алкоголичку там, и это же возраст не 40, не 50 лет, а 30, 20 чем-то. Вот, и она говорит, я прочитала, не сказала, то не уж. Без грошей благодійність неможлива. Ми вже з'ясували, що ви теж витрачаєте значну частину коштів своїх на благодійність. Хто з вами? Я маю на увазі, хто ваші меценати, хто ваші фінансові донори? Ну, це громко сказати, фінансові донори, тому що на самом деле всі думають, що це огромні суми якісь нужні. На самом там провести кормлення, це в неділю обходиться где-то 2,5 тисячі, наприклад. Там комунальные услуги у нас обходятся вот сейчас 2000, зимой будет, понятно, 8-10. Там, вот. И в основном это люди из церквей, которые, вот, допустим, и то мы часто не обращаемся к ним. То есть мы пишем, что вот нужно там закрыть вопросы. То есть когда мы можем, мы сами справляемся. А когда не можем, то как бы уже пишем, и как бы люди как-то активны. В основном это люди из церквей. И также наша команда. То есть раз в месяц мы смотрим, какой у нас там зазор есть, и мы можем что-то позволить там обновить и все остальное. И сами же на это все сбрасываемся. То есть это не огромные какие-то суммы. Мы не проводим операции по 30, по 40 тысяч. Ну там, вот. Очень редко, когда, допустим, самые это большие, это вот когда зрение сейчас нужно вернуть, и там, да, около 20 тысяч выходит. И то ты понимаешь, что ты там можешь 5 дать, и там к того попросить, и, ну, так вот и получается. Я часто бачу в вашем оточенні пізнаваних людей, топів, починаючи від моделей там всесвітнього рівня пізнаваності і там закінчуючи місцевого там рівня відомими людьми. Як вони опиняються в колі вашого спілкування? Ну, я буває сам удивляюсь. Ну, як типа, я же говорю, тут, знаєте, коли ти запускаєш бумеранг, воно обов'язково до тебе возвращається. І так же само, от як у нас була Аліна Байкова, все весь карантин. То есть в карантин, все без работы, ну, по сути, это, я в том числе. То есть ты там продаешь траву, там, через интернет и все остальное, но все равно, как бы, это не те обороты, которые ты можешь, там, выехать на район, и это все, ну, траву, чаи, там, и все остальное, доски. И, но ты все равно говоришь себе, не, мы не сдадемся, мы, наоборот, дом милосердия должен... В такие моменты сложные, наоборот, быть на виду и показывать. Мы запустили рекламу, что если ты оказался из-за карантина без работы или у тебя нет средств существования, то есть продуктовые наборы, там даже маски, то мы можем тебе это привезти. И сначала мы это все прям делали за свои деньги. И прямо уже дошло, что мы из кредитки начали снимать. Это уже третья закупка. То есть я понимаю, что людей все больше и больше. Ну, становится. Была, первая же волна была такая спокойная, а уже когда вторая, потому что думали, что первая, и все, и все выйдут на работу, все начнут как бы это. А вторая — это уже слезы. Ну, я сейчас не могу это рассказывать, я сам начну, потому что те звонки очень тяжело слышать, на самом деле. И потом вот звонит, ну, на меня вышла Алина, она как раз тоже здесь была, и вот она оплатила просто одно кормление. Она вас нашла? Не, ну, тут да, но до этого я пытался, как бы. Понятно, что стараешься в первую очередь сам, потому что никто тебя там искать не будет. Ну, как-то безрезультатно. То есть мы так знали друг друга заочно, вот. Но она как бы услышала, когда я шла за кофе, услышала по радио на улице рекламу, и она вспомнила, да, так это же Дом Милосердия, и все. И оплатила одно кормление. Потом пришла, увидела, что это все, ну, как бы, все на высшем уровне делается, то есть все как для людей, будем так говорить. И, может, поэтому тоже мы сколько лет на плаву, потому что у нас, если есть кормление, то оно хорошего качества. Если там продуктовые наборы, то они как бы как для людей, не просто там бутылка Али, пачка крупы и чай, поняли? Вот. И потом я сказал Алине, говорю, вот есть идея,
как бы мы очень много звонков, у нас вот список, и мы вот недавно скупились, и вот нам надо еще. И вот не хотите ли, даже не хотите ли вы, а просто как бы мы делаем закупку, но вот нас, у нас не хватает. Я говорю, да, давай посмотрим и как бы разберемся. И потом, когда мы развезли уже там 1000 какой-то пакет, да, то есть у кого-то был карантин дома, а у меня ни одного дня. Я этим на самом деле и горжусь, и слава богу. Потому что когда ты вечно ну, как в бегах, постоянно как белка в колесе, а тут тебя резко тормозят, и ты должен, типа, ты такой, о, я больше испугался не из-за того, что там голод и все остальное, а что, как я выдержу то, что, ну, как бы буду сидеть дома, и вот эти проезжающие машины, там не выходите, на, ну, это как бы как с фильмов только. И мы ни одного дня я не пробыл дома во время карантина. То есть мы постоянно были в работе и действительно очень многим людям помогли. И вот по сей день круто, вот это как вот тоже бренд, то, что говорят, такие продуктовые наборы действительно немногие давали. Ну, то есть ваш, как бы его хватало действительно на, ну, надолго. Це говорить. Було не дома, ви кудись їх відвозили? По квартирам. Тобто ми як ви формували запит? Звідки ви знали, кому їх треба відвезти? Ні, смотрите, у нас була гаряча лінія, люди нам дзвонили, і сарафанне радіо, от ви мої подруги. Ну, це не те, що було бездурно, поняли, роздача. Тобто це не те, що у нас мільйони були, і ми їх, як мільйони пакетів, і ми не знали, куди їх діти. Ні, тут все фільтрувалось, і тобто ми бувало приїжджали, ми розуміли, що ні, якби, тут сім'я, якби, ще, якби, це, понятно, були там обіди, навіть якісь угрози, і ми розворачувалися, говорили, извините, но когда ты приезжаешь там, когда лежачий человек, ее подруга приходит, досматривает ее, и как бы она говорит, как могла, я помогала, а сейчас вообще. Или там, в основном пенсионеры, это как бы тяжело было на это встретить. Они же были запуганы этим. Они даже нам деньги давали, говорит, ну вот, Надя, вам, мы говорим, ну типа... Только чтобы не выходить на улицу. Да, то есть запуганы, мы говорим, поменьше смотрите телевизор, ну, плохие новости смотрите, потому что действительно бывало, что просто оставьте пакет и это. Ну, понятно, мы все были в масках, перчатках, то есть, ну, как бы без глупости. Ну, и тоже могу сказать, что Бог есть в том плане, что посетив столько семей, посетив много людей, там, мы и принимали людей же на Доме Милосердия. Никто из нас не заболел коронавирусом, и так, в том числе и Алина, и это действительно тоже чудо, потому что, говорит, как вы, ну, то есть... Такие широкие коло контактов. Ну, конечно, да, то есть, по-любому, если ты должен был заболеть, то ты бы заболел. Ви десь вивчали досвід роботи благодійних фондів? Тому що те, що ви розказуєте, ну як, я вивчала. Uh-huh. Через те, от ті речі, які ви розказуєте, це такий дуже злагоджений, чіткий, відпрацьований алгоритм. Uh-huh. Ви десь цьому навчались, чи там, воно само? Та там, а що там навчали? Я часто говорю, мені дзвонять, типа, уже ж, благодаря нашій організації, по городам відкрилась вже десь в 10 організаціях подобного плану. Коли мені дзвонять, говорять, можеш навчити, чи це? Я говорю, що навчити? Сварі кашу, винеси, как бы, помоги ближнім, або просто постучись, може, у тебе бабушка одна живе, і, которая нуждает, ну, сусідка, которая нуждається в помощи. Вот. І от, ну, этому учиться не треба. Тобто, головне, тут завжди, головне... Менеджмент. От ви хороший менеджер цієї справи. Та, ну, самоучка, знаєш. Саму. Да. Так же само, і от ви за зв'яз, ну, теж сказали. Тоже, це все від случая к случаю. Просто там пригласили. От, і коли, звісно, вже ми з Аліною більше почали, как бы, їздити, там, на неї підписано багато зв'язки. Вот. Якщо вона вже, це як теж, типу, вже авторитет, якщо вона вже, как бы, участвує, значить, как бы, все нормально. Вона подає гарний приклад. Да, і, то есть, і, да, і багато її зв'язки, які, ну, на неї підписані, теж там в своїх городах, своїх, ну, как бы, это, делали таку же роботу. О, це моє наступне питання. Mm-hmm. Є така теза, що робити добро треба тихо, не говорячи про це. Я не думаю так. Моя особиста думка, що ні, про це треба говорити, тому що, можливо, хтось хотів би долучитись, не знає, до кого, якби, mm-hmm. з ким це робити в одній команді, а сам персонально один не вміє цього робити, або не хоче, або боїться, або ще щось. Тобто, я за те, щоб говорити про хороше. Як вважаєте ви?
Наоборот, да, конечно, лучше хорошее, потому что сейчас, во-первых, сейчас очень тяжело сделать что-то незаметно, потому что все в соцсетях. Тут упадешь на улице, уже будешь в разных пабликах. То лучше пусть, знаете, даже я об этом писал, лучше пропагандировать что-то хорошее, нежели вылаживать там грязные дворы и все остальное. Потому что мы часто пишем, почему, ну, если мы делаем субботник, например, зачем это снимать, если ты можешь собрать команду, убрать и это снять, что ты убрал, и вот, вот оно готово. Так же самое, лучше показать, что вот хороший пример помог соседке, и уже, и парень может посмотреть, а что у меня там, у меня же там, например, баба Галя тоже, которая, я вижу, она это. И вот так вот лучше это пусть распространяет, потому что сейчас особенно молодые, ну, они живут ТикТоком, и там наоборот, пропагандируется, чем тупее ты идею сделаешь какую-то на камеру, тем как бы круто. Но слава богу, есть и в ТикТоке что-то хорошее. То есть вот у нас там есть, ну, много... И мы действительно многих вдохновили на, ну, на добрые дела. И это приятно, когда тебе говорят, о, так это же благодаря тебе я там начал вот вести этот блог. Благодаря тебе я там... мы сейчас классом помогаем там какому-то детскому дому или дому престарелых. Вот. И это, вот лучше это пропагандировать. Потому что если, конечно, ты не будешь это вылаживать, а будет вылаживать грязные дворы, там какие-то, ну, плохие вещи, там драки и все остальное, то понятно, ну, как бы человек тупеет и думает, кроме этого ничего нет. А когда какой-то хоть свет проясняется, и этого света будет больше. Чем, ну, как бы, чем больше информации хорошей, тем больше будет добрых людей, я считаю так. Володя, вам ніколи не пропонували йти в політику? В них не було бажаючих допомогти вам фінансово для того, аби ви вийшли в якомусь телевізорі там, чи Ютубі, чи якійсь іншій платформі, сказали, блін, підтримуйте цю людину, тому що спекуляція. Я, во-первых, типа, як це сказати, простой парень, і я не настільки хорош, щоб йти в політику, нужен там красивий двохметровий мужчина, який там... Ну, в основном, да, это все-таки видные. Это... Я простой и считаю, что лучше быть простым. Вот. Но очень часто люди писали насчет этого, типа, почему, вот, когда, особенно после того, как мы там субботники или какие-то проблемы города затраваем. И тут же самое главное, мы все делаем, чтобы люди нам потом ничего не должны были. А если я пойду в политику и скажу, что вот я там баллотируюсь в мэры, вот, но я не баллотируюсь в мэры, вот, то люди скажут, а, так вот, что он эту всю дорожку, всю жизнь, ну, вот это время протаптывал. Не, я лучше, мы, во-первых, делаем же как от церкви, то есть как верующие люди, и лучше этот запустит бумеранг, чтобы он тебе вернулся, нежели ты запустишь его, и, ну, из какой-то как бы выгоды. И поверьте, играть на чувствах людей — это очень тяжело, потому что тогда люди вообще уже ничему не верят, потому что они видят, что как бы ну, тут как бы видят, что нет поддержки со стороны, где она должна быть. Вот. А если еще они... А в нас они хоть какой-то выход видят, что вот может... А может, действительно они вот это все делают от чистого сердца? Если ты сейчас упанешь, что типа я подтримую такого, то, конечно, ну, предлагали не одна партия, особенно когда выборы, все же как бы активны. Мы стараемся нейтрально, но я никогда не скрываю, что есть проблемы в городе, которых можно было решить. И действительно... мы хотим воспитывать хорошую молодежь, умную, там, развивающую. И, а вопрос, где этой молодежи проводить время, если кроме набережной, которая в таком состоянии, и площадь, которая сыпется. И когда, ну, все, ну, ты приезжаешь в город, например, в Одессу, в Киев, ты видишь какие-то новые объекты и, наоборот, вдохновляешься, приезжаешь как бы с новыми идеями и все. И этого не хватает в городе. Если бы побольше было новых проектов в городе, и, поверьте, молодые, ну, молодежь видит перспективу, ты становишься как-то уверенным, что вот живешь в этой стране. А так потом приезжаешь в город, сразу такая депрессия, і все остальне. Як думаєте, Володя, що вас змусить, які фактори повинні вплинути, аби ви перестали робити те, що ви робите? Ну, наверное, якщо я умру від ковіду. Хіба що. Ні, ну я маю в виду, що правда, тяжело, как бы,
ты все фильтрируешь, ну, все, что вылаживаешь, то есть нельзя не задеть, как бы, это очень тяжело, как бы, чтобы не сбиться, не упасть и все остальное, потому что, как бы, найдутся люди, которые якобы хотят помочь, а ты, как бы, понимаешь, что что-то идет не там. Ну, мы всегда, как бы, я надеюсь на Бога и верю, что если Бог скажет, что все, вот, твоя работа выполнена, и, как бы, я хочу поставити нового чоловіка, то как бы то коза. Вот. Ви знаєте, цю програму ми коли затівали, їй вже більше року, то угу. була така ідея кликати в студію людей, які міняють своїми рішеннями, своїм життям, своєю там професійною діяльністю або іншою діяльністю ситуацію в регіоні в цілому, в Кіровоградщині, або локально там в місті Кропивницькому чи там в якомусь селі чи селищі. Я от сьогодні, коли з вами поспілкувалася, я думаю, що я так не помилилася в тому, хто має стати гостем нашої цієї програми. Більше того, для мене особисто в моїй, ну, умовно кажучи, шкалі топів, які роблять класні справи, ви сьогодні от тільки що посіли перше місце. Ну, саме головне, що я не один, а за мною стоять багато людей. І то есть, на, как бы, говорить, що це я один, я би не справився. Вопрос, чому ти так довго... И если бы я был бы один, я бы, конечно, ты что, бывало такие стрессовые ситуации, или там даже какие-то вот моменты, когда ты человеку доверял, а он там предал, или... И когда есть друзья, которые тебе скажут, так, не сдавайся, чувак, мы все это, ну, и как-то вот... И мы вместе собираемся, там, общаемся, и как-то уже легче. То есть один я бы точно не справился. И, слава Богу, как бы, ну, я хожу в церковь, действительно, Бог помогает, и в том плане, что... Говорят, как ты пропускаешь это все истории через себя, потому что история, ну, я говорю, это действительно чудо, потому что я, как бы, я веселый, то есть все меня знают в компании, то есть это я такой живчик, наоборот, заводила и все остальное. И как вот переключаться, я говорю, ну, это только Всевышний, да. Дякую вам за розмову сьогодні. Да, спасибо. Побачимось. Я сподіваюсь, ми теж тепер ваші друзі. Інформаційна підтримка, CBN, я думаю, вам гарантовано. Спасибо большое.